Добрый день, дорогие садоводы! Рады приветствовать вас на нашем канале True Nature Info. В сегодняшней аудиостатье предлагаем рассмотреть посадку земляники в домашних условиях. Одно из моих самых любимых домашних дел – это выращивание ягод. Недавно я испробовала метод посадки земляники с семенами в торфяных таблетках. На практике также изучала высадку земляники в домашних условиях в обычных емкостях с подходящей почвенной смесью. Однако должна признаться, что торфяные таблетки делают процесс выращивания в разы легче, с чем предлагаю вам сегодня и ознакомиться. Почему же выращивать землянику в домашних условиях оказалось так легко? Я часто встречаю убеждение, что выращивать ягоды в домашних условиях тяжело, или что земляника не приживается, если нет тех самых дачных погодных условий. Скажу вам, что выращивать землянику в домашних условиях оказалось просто еще в первый раз. Еще более процесс облегчается тогда, когда приобретается правильный сорт земляники. Конечно же, посадочный материал должен быть к тому же качественный и от проверенного поставщика. Обратить свое внимание стоит сразу на сорта мелкоплодной земляники, или как ее еще называют, альпийской. Она не расползается обширно усами, как это можно наблюдать у других сортов. Кроме того, пересадка и обрезка ей потребуется не раньше, чем через 4 года, что для дома идеально. Гибридные сорта земляники тоже подходят для выращивания в домашних условиях, тем более, что многие из них специально для этого и создаются. Что альпийскую землянику, что гибридные сорта, что обычную садовую в домашних условиях высаживают одинаково. Но сегодня я расскажу о подготовке семян и выращивании их в торфяных таблетках. Подготовка семян земляники. Базовыми методами подготовки семян посадки является стратификация и замачивание. Каждый выбирает на свое усмотрение, как выполнять подготовку, но я опишу свой проверенный уже на практике метод. Мне больше нравится раскладывать семена земляники на марлевую ткань и заворачивать ее рулончиком, после чего положить в емкость и на батарею. Спустя какое-то время я снимаю контейнер с замоченными семенами, чуть-чуть сбрызгиваю их в емкости из пульверизатора, после чего маркирую время и дату. Прорастают семена земляники при температуре от 15 до 20 градусов. Максимально допустимая температура, в которой семена земляники чувствуют себя комфортно, от 18 до 20 градусов тепла. Им потребуется всего 3 дня, после чего можно подготавливать торфяные таблетки. Как проходит посадка уже в торфяные таблетки в домашних условиях? Торфяные таблетки помещаются в пластмассовый контейнер, в который заливается четверть воды от общего объема емкости. Излишки воды, которые уже впитались, нужно слить. Наклюнувшиеся семена земляники раскладывают в углубление торфяных таблеток сверху. Поскольку семена крохотные, это можно сделать зубочисткой или небольшим пинцетом, без острых краев, так как семена могут повредиться. После углубления в таблетке семена земляники ничем не покрываются, имеется в виду почвой. Поддерживаем далее условия максимального освещения, чтобы семена быстро проросли. Также не забываем их регулярно поливать, иначе они иссохнут. Чтобы создать парниковые условия, нужно накрыть контейнер прозрачной пленкой или полиэтиленом. Но нужно не забывать его менять и открывать время от времени семена, чтобы дать им проветриться. При этом максимальная температура воздуха, в которой можно содержать землянику, 20 градусов тепла. Итак, мы подготовили, посадили семена и прорастили их. Теперь у вас есть саженцы, с которыми можно работать дальше. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал на YouTube. Также переходите на сайт, мы ежедневно выставляем интересную порцию статей.